Матушка Елисавета находится в Свято-Дмитриевском монастыре практически с первых лет его основания, а настоятельницей назначена 27 июля 2009 года. Монастырь был создан постановлением Священного Синода 7 октября 2000 года. Таким образом, Чедерлунгский приход был преобразован в Свято-Дмитриевский женский монастырь. Орден, который получила игуменья Елисавета, это достойно отмечает отец Дмитрий, так как именно она послужила во славу церкви, и для этого она вложила много труда. То, что она сделала монастыря для верующих людей, ее благотворительность, которая распространяется не только на город Чедерлунга, но распространяется на тюрьму Тараклийскую, распространяется за пределы города, это все пред Господом видно, и, конечно же, оно не может остаться где-то утаенным. Поэтому вот Господь через владыку решил, чтобы ее наградили этим великим значением, орденом во славу церкви нашей, которую она заслужила. Это уже третья награда, которой была удостоена игуменья Елисавета. Смотря на награды, она признается, что часто ее посещает мысль, а заслуженно ли она получила их. И, как отмечает сама игуменья, за каждую из них ей придется отвечать перед Господом. В Евангелии есть притча такая, но я не буду ее всю рассказывать, потому что кто ходит в церковь, они знают, про богача и Лазаря. И вот я каждый раз, когда меня награждают, я думаю: Господи, только не скажи мне, что ты все получила в земной своей жизни. Потому что если хвалят, понимаете, поощряют, как бы уже получаешь здесь свою похвалу, и я не столько радуюсь награде, как думаю, как я отвечу за это пред Богом, и чтобы Господь мне не сказал, что ты все уже получила при своей земной жизни. Орден Меритул Бесеричи, полученный игуменьей Елисаветой, это награда, которую она заслужила, отмечает послушница Свято-Дмитриевского монастыря Мария. Как мама любит, наказывает, должна направить на истинный путь. Если не направит, мы упадем. Дерево, если не поправить, оно склоняется. Мы благодарим за это, что вот в свое время она поправляет правильно. Вот это и в жизни надо. А если она закроет на это глаза, мы упадем. А так мы будем идти по дорожке. Орден за заслуги Меритул Бесеричи игуменье Елисавете вручил архиепископ Когульский и Камрадский высокопреосвященнейший Анатолий.